КП «Медведь». Медведь, пробежавший ночью по Петропавловску, взорвал социальные сети на Камчатке. В субботу интернета заполонили видеозаписи от очевидцев, на кадрах которых большой хищный зверь бегал по центральным улицам города. В субботу, 10 августа, около часа ночи, в полицию поступила информация о том, что на Комсомольской площади в Петропавловске-Камчатском замечен медведь. В целях недопущения несчастных случаев в район КП были направлены дежурные автопатрули. Животное убежало в лес. Применять табельное оружие сотрудникам полиции не пришлось. Если вы встретите диких животных в черте города, нужно сразу сообщить об этом в службу ЕДДС по телефону 303-111.